предместье Одессы появится исламский культурный центр. Соответствующий детальный план территории рассмотрели на областном градсовете. Объект хотят разместить на территории поселка Таирова. Он граничит с Киевским районом Одессы. Здание культурного центра проектируется высотой 14,5 метров над уровнем земли. Имеет цокольный этаж и два этажа с мансардным этажом. Высота цокольного этажа будет составлять 4 метра, высота всех остальных этажей 3,5 метра. Также на участке предусматривается размещение локальных очистных сооружений глубокой биологической очистки, хозяйственно-бытовых сточных вод, мусорных баков, автостоянки вместительностью 9 машиномест. Также автостоянки вместительностью 24 машиноместа вдоль проспекта Небесной Сотни.